have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами только что, получается, вернулись, но еще ни с кем не говорили, давайте же это сделаем, во-первых, про гнездо нам поговорим. Всем не хватает друзей в эти дни, так что это приятное зрелище. Гнездо, так гнездо, еще вот осколочек поставим. Осколок сработал как часы, можно снова слышать сердцебиение монумента. Супер, пойдем мы теперь сверху, я так понимаю, оп, бюро находок. Улучшим. Учитывая обстоятельства, нам потребуется большое последний бюро находок. Сигнал. А, снарядов, которые проливаются дождем вокруг. Ржавый мушкет. Но, кстати, я все равно с мушкетом хожу, может взять. Тут армейская винтовка. Пистолеты. Я, наверное, как-нибудь тогда между сериями возьму, почитаю, что у нас там получилось. Вооруженные у нас новые, вот как раз, меха. Пойдемте посмотрим. Малец с мушкетоном и огненными мехами. Пугающее зрелище, скажу я. Говорили, что дебри нельзя приручить. Видели бы они нас сейчас. Я бы хотел прокачать молот. Блин, это для молота. Вот, для огненных мехов. Какой у нас апгрейд получится? Плюс 20% на перезарядку быстрее. Это хорошо, потому что это нужно. Больше угол разлета пламени. В принципе, наверное, нет. Я возьму скорость перезарядки, чтобы... Блин, не знаю, что там будет в дальнейшем. Надо будет находить. По крайней мере, рядом с этой штукой он не замерзнет. И то верно. Еще два улучшения у нас открыты, но не открыты. Что предлагают по молоту? Плюс 50 к урону еще раз. И урон от критических. Но молотом я пока что не особо пользуюсь. Я не хочу просто так растрынкать все деньги. Пятый уровень, который скоро у меня будет, но пока что у него нет. Возможно, мы его, кстати, сегодня не наберем. Пока что поехали за новым осколочком, я так понимаю. Мы заметили клевуна, несшего осколок Гарри Зант. Поехали. Прям сходу. Интересно, будут еще новые пушки или нет? Гору Зант уже и горой-то назвать трудно. Ёлки. Но гор больше нет. А как в этом ориентироваться, не подскажете? Так что они осели здесь, на куске горы, оставшемся после катастрофы. То, чем мне еще нравится огнемет, он игнорирует броню. И созданием дебри уже некуда возвращаться. Он игнорирует броню мобов, поэтому можно не бить там со спины или что-то такое. Видите, чувачка можно просто поджарить и все. Опять же, 20% скорость перезарядки. Хорошая вещь. С любым другим оружием здесь было бы тяжело. Да хорош, а сколько у вас тут, не подскажете? Что-то как-то прям аж много. Что-то маслянистое. Созданием повезло, что катастрофа оставила им объедки. Дуэльных пистолетов, блин. С жиром громохвоста для смазки. Что-то зазубренное. Угу. Хорошая вещь, но не то, что мне надо. Я реально в невидимой локации, грубо говоря. Я заберу. Создания стащили сюда все ценное, что смогли найти. Так, выпусти меня. Вот же тварина, ловит и ловит. Я понял, вот эта штука, она
Где она? Она пытается меня поймать. Мы нашли их логово только потому, что они припрятали там осколок. Щекотливое положение. Я куда-то упал. Вижу тебя. Существа чувак, из дебри. Закрывайся, они не закрывайся, тебе не поможет. Они строили свой собственный бастион. Выпустите. Хоть подхилишь немножко. Так, сюда. Сюда можно вот так. Блин, размен приходится идти. Они даже втянули в это своих детей. Ай, больно. Да ну блин, хорош. Несомненно, попахивает неприятностями. Две бутылочки. А, так ты заперт там. Ай, нет, не заперт. Да ну я мимо вообще пробегал. Да что ты делаешь? Кулдаун где? Прикиньте, убьет сейчас. А сколько тебя можно убивать? Шли на все. Блин, вот это сейчас было вообще глупо. Так, ладно, я промолчу. Добили из дробаша. Лучшее, что мы можем для них сделать, это подарить быструю и легкую смерть. Осторожно. Что там было? Да хорош ты падать, я просто разворачиваюсь. Не знаю, вот эта фишка с падением уже немножечко поддостала, что ли. О! В такие времена есть только один вид милосердия. Нет. Но я это не хочу. Перестаньте. Какая нафиг корабельная мортира? Отдайте мне мое оружие. Мне предлагали тут испытать эту корабельную мортиру, но спасибо, не надо. Исправный граммофон. Все, что осталось от города, чудовище забрали себе. Супер. Это я тоже себе заберу. А дальше я не могу пойти? Нет, хорошо. Ну, в принципе, устраивает. Больше ничего нет. А в кустах.
Ладно, уговорили. С другой стороны, либо мы их, либо они нас. Ой, они сами друг друга бьют. Но если мы победим, выиграют и они. Бастион поможет всем, а не только нам. Это дуванчик взрывающийся, я его не хотел трогать. А, уйди, я его поздно увидел. Еще один выстрел. Есть. Мне бы туда как-то попасть. А, ребят, что скажете? Ничего не делать. Ну, он просто взрывается, я понимаю. Разочек. А сюда? А, вот так можно пройти. К сожалению, зверям этого так просто не объяснить. Я буду убивать, мне как бы нормально. Я подожду, мне проще, чем оно потом мне будет где-нибудь в спину стрелять, пока я буду с какими-нибудь мобами разбираться. Эти создания усердно трудились, укрепляя это место. Сейчас бы я стоял на месте. Не-а, не угадал. Прямо как мы, они пытались разыскать ядра и осколки. Так, сюда можно. Как и в нашем случае, сюда стекались выжившие. Дайте уже уровень, он уже почти-почти, смотрите. Зарядка. Нужна. Ну, за бутылку как минимум дадут экспу. Давайте я вызову одного. Так экспу не дадут, но. Так я возьму себе бутылочку. Почему бы и нет? Тапочка мне тоже не нужна. Я до него не достреливаю, ты ж тварь. Хорошо, я тебя понял. А с этой стороны? Не, ну давайте, я не против. Они сами себя калечат. Я просто постою, поотбиваю немножко снаряда. Начинайте, начинайте лопаться. Минус один. Отлично. Сейчас будет минус два, минус три, тогда я немножечко добавлю. Хотя они сами неплохо справляются. Не, Каркуша, я тебя не оставлю. Не думай. Спасибо. Итак, возможно, не раз их настигало отчаяние, как было и с нами. Серьезно, это можно отбивать. А что это раньше не делал? Это будет долго. Хочу ли я его там? Ну да, вдруг он мне потом будет жизнь как-то портить. А ну его нафиг. Туда он не дотянется. Нам все, просто нужен их осколок. Малец добыл его в честной борьбе.
куда ты стреляешь? Объясни мне, пожалуйста. Больше его ничего не связывает с этими существами. А где жизни этой фиговины? Не подскажете? Я вообще могу сбежать отсюда сейчас? Нет! Именно так. О, левел пришел, елки-палки, как вовремя. Я, честно говоря, на секундочку подумал, что я склеился. Но нет. Они мне досточку подложили. Я туда не могу попасть, серьезно? Хорошо, поехали. Не переживай, он поступил так, как надо. Не переживай. Чтобы приобрести секрет навыки, ну да, я понимаю. Всем станет лучше, когда бастион будет завершен. Давайте, осколочек. Монументу все лучше. Правда, Зулф над ним серьезно поработал. Куда хочу? Ну, давайте по очереди, я же говорю. Похоже, боги порекомендовали это место всем своим друзьям. А что-то открыл? Культура. Натюрморт со старыми ненужными сувенирами. 15 из 15, я нашел все. У, это прикольно. Хорошо. Я о многом просил мальца. Но это он совершил по своей воле. Потихоньку исправляем ущерб, не так ли? Все вокруг немного оживилось. О. А, ну да, новый уровень, я могу новый тоник закинуть. Точно. Так, плюс 2 черных тоника, скорость передвижения, время защиты. Уменьшает урон падения, урон при падении на недругов. Я вот думаю, может быть, во время защиты передвижения при защите. Давайте попробуем так. Пепельный портер пьется легко, а затем камнем оседает в желудке. Да, новая пушка у нас появилась, она мне как-то не прижилась, не хочу с ней ходить. Полагаю, верно говорят, что песня может многое изменить. Возможно, да. Пойдемте, пощупаем. Возможно, у нас остался последний осколок. Ну, это логически. Я не знаю, что нам вообще поднесет игра. Хотелось бы посмотреть. Осталось себе. Всего пара осколков. Пара. Один где-то в каменоломне, верно? В каменоломне. Ну, поехали. Осколок обнаружен. Ой, как бы нам справиться вовремя. Ну, ладно, может, серия получится на пару минут подлиннее. Я не знаю, не уверен еще. Что нужно для постройки города, подобного Цейлондии? Камень и дерево. Тяжелая работа, планирование, ну и бёрстонская каменоломня. Туннели Ура под каменоломней, должно быть, смягчили удар от катастрофы. Мы купили у Ура это место по дешевке. То же касается их уроженцев, громохвостов. Почему Ура мирится с этими вредителями? Я его выкину? Куда ты? Каменоломня больше не соответствует нормам безопасности. Впрочем, громохвосты далеко не самое худшее. Но об этом потом. Тут газовчане? Каменоломне прилагался пожизненный запас пузырей. Пузыри размером меньше, чем можно разглядеть, гнездились в этих скалах. Да хорош! Мало того, что эти скалы - источники жизни. Выяснили, что старейшие из них все помнят. Надо осторожнее с этими ребятами. Ух ты ж!
Не лочься ты на нем. Уйди. Фух. Фишка в том, что я пытаюсь защититься от выстрела, которые в меня летят, а получается, что я лочусь на этом чуваке, и мне прилетает сбоку, и я ничего не могу сделать. О, мне туда надо. Они все записывают с начала времен, вбирают в себя. Удивительно, что эти создания так тянулись к каменоломне. Камни призывали. А, серьезно? Теперь ты меня бьешь? За что? Что я тебе сделал? Оградить каменоломню от вредителей оказалось проблематично. Да куда ж ты? Ой, блин, я нажимаю назад откатиться. Ну, чуваки, ну серьезно. Хвосты рыли туннели, чтобы перекусить пузырями. Пузыри занимались камнями, так что пришлось сдерживать громохвостов. Да ей, почему? Видите, туда как-то можно пробить. Переключатель еще раз работает. Да, сначала можно пройти сюда. Не знаю, насколько мне это надо. Видимо, да, это бонус, хорошо. А теперь переключим. Блин, значит, тебе тоже можно было переключить по-другому. Ладно, этого чувака не продаем. Так почему же Ура продали такое очаровательное место? Ура всегда были довольно суеверными. Может, боги сказали им, что каменоломня — это не к добру. Бутылка! Ах, вот тварь. Но они неплохо справляются с собственным уничтожением. Блин. Нам что даст? Я смогу сюда пройти. К тому же известно, что Ура терпеть не могут все надземное. Может быть, на их вкус каменоломня слишком солнечная. Лук. Ох ты ж! Ладно, это было бонусное. Я зря это нажал, я уже понял. Так или иначе, каменоломня была подарком судьбы. Да зачем ты улетаешь-то? Я ж этого не делал. Отполированы до блеска. Тут я не пройду, да? Ага, вот так, нормально. Крупнейшие из них известны как ядра. Юшка меня спасла. У
они сюда сейчас пройти просто, да? Те, что да, поменьше, нормально. Зовутся осколками. Ручку я возьму, но не против. Так, ну я не знаю, как-то тут хаос какой-то в этом уровне творится. Он, ну, не сложный, не простой, он какой-то рандомный, что ли. В осколках скрыта часть силы ядра. Достаточная, чтобы долететь до Родины. Там еще что-то происходит. Уйди! Сейчас каменоломня истощена. Эти камни слишком молоды, чтобы их использовать. Он как-то так прыгает интересно. Непонятно, ни вперед, ни назад, а его прыжки просчитать. Помнишь, я сказал, что громохвосты не самое худшее в каменоломне? Этой чести удостоилась зверюга по имени Сэр Безмозглик. Здоровая туша расплющила много ребят. Никак не могли от него избавиться. Только одна вещь тверже здешних камней. Голова сэра Безмозглика. О, бутылочка. Спасибо. Его толстый зад тоже не из мягких. Но таков и малец. Мы так и не смогли выгнать упрямца Безмозглика из каменоломни. А, все, его забили без моего ведома? Неплохо. Затем малец услышал зов, доносящийся снизу. Что-то грубое для ржавого мушкетона есть. Ты в порядке? Спросил голос. Так, экспу я заберу, конечно же. Откуда-то снизу, значит отсюда. Видимо, да. Это он. Я пришел предупредить тебя, сказал он. Так, во-первых, осколок. Бастион в кольце осады. Пусть он падет. Не возвращайся туда. А ты что поменяешь? Малец выслушал его, я понял. Но не собирался отступаться. Ну, забираем. Ну что ж, сказал он, я не буду останавливать тебя. Это сделают мои соплеменники. Интересно, я сейчас приеду, там сразу файт будет. Давайте не файт, давайте, чтобы я смог докачать, пожалуйста. Говори о Зулфе что угодно, но он человек слова. Хотя его земляков любезность не особо заботила. Очень жаль. Среднее милосердие сразительное количество различных видов существ. Милосердие. Зулф показал им дорогу сюда. И вот они пришли, чтобы отомстить. Ну, очень печально. Они проникли в бастион и заперли двери. Мальцу пришлось пробиваться в обход. Надо было рассказать ему раньше обо всем. Давайте, ребят, тогда на этом моменте остановимся. Я так понимаю, что нас загрузит с начала этого уровня, если что. Потом тогда с этого момента я вот пройду вот эти пару файтов маленьких. И отсюда продолжим следующую серию. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Все, и все. И всех покеда.